и приказом директора Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка на должность управляющего дополнительным офисом в нашем городе назначен Абдуллин Рафис Рафаэлович. Где он? Ну, известный человек, работал у нас в Сбербанке. Фамилия, правда, подозрительная. Абдуллин. Ты сразу снял с языка не родственник. Ты пищу писателям опять дашь. Ну, Абдуллин вообще-то знаменитая фамилия в Республике Татарстан. Не самая плохая. У нас и почетный гражданин города есть, Талгат Митхатович Абдуллин. И в зале Абдуллина находится. Но если серьезно, мы успехов вам желаем в вашей работе. Опыт есть у вас, школа хорошая. Поэтому я думаю, что лучшего места, чем набережные Челны, после ваших служебных командировок, вы заметили, нету, да? Везде хорошо, но дома лучше. Поэтому мы рады, что вы вернулись в город, и думаю, что с присущей вам энергией будете работать.